Семь семей Северной Осетии, в которых родились дети 1 января 2022 года, получили подарочные комплекты. Это новая мера соцподдержки, которую ввели по поручению главы республики Сергея Миняева. Осуществляет ее Министерство труда и социального развития совместно с Министерством здравоохранения региона. На эти цели в бюджете предусмотрено около 40 миллионов рублей. Первой в этом году на свет появилась Аделина Беликова. Она и открыла добрую традицию. Всего же в республике в этот день родились 2 мальчика и 5 девочек. В подарочный комплект входит одежда для малыша и все необходимое в первые месяцы жизни – подарки. При выписке вручили заместитель председателя правительства Александр Реутов и министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова. Также они поздравили семьи Гаглуевых и Гуцунаевых. Я думаю, это такое бывает, я думаю. Ну, тем более первый раз это ни с чем не сравнить. Подарки будут вручаться каждой женщине, родившей ребенка, проживающей на территории нашей республики с 1 января, вот только кто родился 1 января 2022 года, независимо от дохода семьи. Могу сказать, что среди субъектов Российской Федерации порядка 20 субъектов только ввели такую меру соцподдержки, а среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа мы первые.